Всем привет, всем привет! У нас Фазмофобия, соло кошмар Сьюзан Джонсон. Мы на Эдчфилд. И нам нужно спятить. Увидеть следы на соли и достичь рассудка 25%. И у нас походу льет как из ведра на улице. Я же нажала. Нам дождик. Здравствуйте. Ни карты, ни зеркало, ни шкатулка. Ни щитка. Ни ящика. Началось. Уже. А хоть здесь. Чего я ждала? Не круг. Кость. Сразу же. То потом сюда не возвращаться. Если только за щитком. Я слышала странный звук. Шесть и четыре. Здесь что ли? В гараже? О-о-о. Нормально. Давайте быстро проверим кость и доску. Не доска, не кость. Ничего нет. А тут? И тут нет. Ладно. Все эти дальше все набирать. Так, так и так. У них тут круговая улица. Прикольно. Орба есть? Я говорю, орбы есть? Ты мне сигналишь. Закрыть вас? Давай-ка. Ты здесь. Ты молодой. Ты злишься. Ты здесь. Ты молодой. Ты злишься. Не хочет. Ладно. Так, мы в итоге имеем, что у нас кукла. Кукля, кукля. Так, так. И так, наверное. Вот берем фонарь и пойдем все искать. А, вот ты. Привет. Мират? О, этот фантом. Меня терзают смутные сомнения. А я на первой сфоткала. Немножко. Я, конечно, молодец. Ну и там. Да что ж ты издеваешься, что ли? Двойка. Отпечаток. Сиди там. Стевается.
Почему взаимодействие? Почему не отпечаток? А, или это вот эта вот новая система дурацкая, да? Да вот есть. Интересно. Минуса вроде не было. И ничего. О! Хорошо, что подождала. Фантом Банши горем. Надо идти смотреть вживую. Какая тень. Так. Что у нас тут по снимкам? Два как раз. Фонарь берем. Идем искать все остальное. Шкаф. Фигу с маслом, а не шкаф. А здесь? О, привет, Кость. Ну, получается, идем куклу берем. И тут шкафы закрыты. Нужно выбросить. О, отлично. Так, идем, значит, мы проверять на горюшку и горюшку и на банш. Наверное, так просто смотреть. А, блин, не по-хорошему камеру. Давай камеру возьмем. Где напугала? Где камера? Давай, смотрю на горю. Баллончиками там разбрасывается. Давай. Когда надо, вообще вот не бежит. Ты издевательство. Да пройди ты по лазерке. Разок. Хватит лапать все. Стивается. Ну, на баншуху вроде не похоже. Она за мной не ходит. А, это призрак художника? Все с красками что-то мутит. Здрасте, приехали. Что за краска тут летает? Пробеги, блин. Чё тебе надо? Я говорю, пробеги. Ты фантом?
По-моему, не было вживую. Ну так аккуратно прошел. По краешку. Да еще смотреть. Профукала момент. Не уверена, короче. Да хватит это делать. Ну чё тебе надо, а? Вот сколько она сейчас сожрала у меня? Если фантом, то он нормально должен был. Половину, наверное, тоже. Нет? Ладно. Она ко мне прям приходит сюда. С гостами. Давай быстренько. Да разойдемся мирно. Да заколебала. Пройти. Краска опять в ход пошла. Ну не в какой ты посмотри, а. Я так как и сею туда-сюда смотреть. По-моему, не было. Горюшка и горюшка. Вроде не было. Я надеюсь. Что нам надо? За распятие, о, да. А у меня камера до сих пор. Да мне не так, да. Не то. Вот это. Сюда. Вот сюда. Так, сы, нам еще надо соль. Даже кинем в кучку фонарик. Так, так и так. На, вот тебе вот. Ты так шкафы прям любишь? Был? Да, взаимодействие. Давай. 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 Ну давай. Там по черному пошел. По черному. Не знаю, что-то я сомневаюсь насчет этого горю. Реально окосить можно. Поет. Ну, вроде за мной не ходит. Хотя, блин, вот. Гост она мне кинула туда. Ну, в принципе, можно посчитать, что вот эта вот стенка как бы, ну, как смежная идет. Немножко. Раз у меня как-то кость лежала.
В этой, в обуви. Написано было в конце, что это гараж. Ну, не надо. Что ты тут громкость разводишь-то? Мы сейчас это долго будем ждать. Ладно, я думала, горю все-таки. Шли за благовошками. Берем основную. Что нам надо сбежать? Не, нам просто достичь уровня. А, наушники поправим. Не фантом, как бы точно. Да ну. Горю, я думаю, все-таки. Вот же след. Игра. Ясно. Ну все, стоим. Ждемся, как обычно. Еще уровня не достигли вот этого. Кстати, пойти. Затыкано. Все, затыкали. О, распятие. Распятие. А достичь уровня рассудком? Нет. Давай. Серьезно? В какой-то веке я жду не распятие, блин, а уровень ниже 25 рассудка. Да, и такое бывает. О, да, успели. Ей. Я думаю, горюшку все-таки. Не баншу. Он и гостил как-то рядом с комнатой, все. Я поставила же? Вроде поставила. И да, горюшка. Глаза меня не обманули. 157 всего. Ладно. Есть какие-то способности? Ноль. Видимо, нет. Ну, густов он меня закидал нормально. Цвет не трогал.
Предметы не использовал, щиток не использовал. Ничего не использовал, почти что. Ой. Вот такая катка получилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой канал. И переходите на сервер Дискорда за интересностями и за общением. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.